Нету. Халк не смог обработать мяч. И Куба. И все-таки сделал пас. Укрыл мяч корпусом от Шатова и сделал передачу Аподи. Аподи там открывается, но пока нельзя, офсайд будет. Но все-таки видно, да, что Сантана не на своей немножко позиции, да, играет. Непривычно. Какой пас Вицеля. Халк. Перед штрафной. Пальц. Шатов. Удар. И гол. Ай, как красиво. Олег Шатов. Как он бежал, да? А это Владимир Казаченок когда-то тоже забивал за «Зенит», играя в советские времена. И, кстати, был 2 сезона в московском «Динамо». Это я про Казаченко. Он среагировал, его показали. 4-1. Олег Шатов. Когда мимо меня пробегали Шатов и Зотов, который его опекал, Зотов еще был впереди. Но Шатов успел его обогнать и в итоге внес буквально мяч в сетку. Да, вот, вот сейчас видно, да. Вроде бы Зотов дол, он и раньше стартовал, но Шатов, ой, какую скорость включил. И какой пас, голевой очередной Халка. Этот сезон голевые передачи Халка, ну, один лучше другого. Смотрите, он смотрит, видит и исполняет. Конечно, он лучший игрок. И не только матч. И тут же переодеваются, готовятся выйти на поле Маурисио и Кокорин. Итак, Шатов, вы знаете, забил 7-й мяч в этом чемпионате. Даже 8 написано. Ну, значит, 8, поверим.